Первое впечатление очень хорошее. Я здесь не очень долго, но для начала все здорово. Долго о переходе не думал, все прошло быстро. Позвонил агент и сказал, что этот вариант будет интересен для меня. Многое слышал о Динамо Брест, потому что они играли против Альтаха в Лиге Европы. Это мой родной город, и я те матчи смотрел. Также слышал от Артема Милевского, что команда в большинстве игр атакует. Для меня, как для форварда, это очень интересно. Ты уже работал с Радославом Латвом. Что можешь сказать о нем? Мы работали вместе в польском Пясте. Это очень хороший тренер, который любит дисциплину, представитель немецкой школы. Мне это подходит, ведь я большую часть своей жизни провел в Австрии. Расскажи про вашу связку с Артемом Милевским, которая была в Хайдуке. Это было хорошее время. Я не знал его до того момента, но, думаю, в Сплите мы играли здорово. Надеюсь, сможем это повторить и в Бресте. Как можешь описать себя? Сильные стороны, слабые стороны? Я быстрый и сильный, могу хорошо держать мяч. Что касается слабых сторон, то, думаю, мог бы лучше играть головой. Но я очень усердно работаю над этим компонентом.